Староглиняные времена вот такими ножами работали ковшечники, а я что-то так и не освоил. Вроде заточен у меня хорошо этот нож. А резать им получается плохо. Привык крюкарзами работать. Пумут, конечно, бы зажать надо половник. Ну, надо какую-то приспособу делать, иначе его просто риск раздавить в тисках. Это крюкарза большая, двуручная. Ей удобно работать, когда заготовка неподвижна, двумя руками. Thank you.
во многих случаях удобнее работать обычной плоской стамеской, чем ножом, если использовать упор прибоина, так называемый, в который упирается деталь обрабатываемая, и куда срывается инструмент. Только у стамески обязательно должна быть достаточно широкая рукоятка, чтобы в ладонь упираться не больно было ей.